пока 16,6. Заправляться не надо. Поэтому заправимся 30 будет. Заправимся. Сегодня? Не, 30 когда будет. А, ну когда это? Когда 30 отъедет, тогда мы и это самое. Давайте, ребят, если вы хотите обгонять, обгоняйте. Ну, на обочину не едь, а ну, я еду по краю. Но они все равно не хотят. Не хотят встречная. Да можно было. А здесь уже сплошная история. Один мог проскочить, один мог проскочить. Ну, мог, он не рискует, не надо. Может, не рискует. Вот смотри, едем среди лесов. Лесов слева, справа, сколько хочешь. Где грибы? Где эти сморчковые шапочки? Ну где? Где эти сморчки и строчки? Где может быть и где-то и есть, а может вот и... В Козьих горах точно есть. Но я туда не попадаю, туда же не проедешь. Ну так, смысла нет, не столько не надо. Ну интересно собирать мне. Мы можем только подъехать там. До девок не доезжая там до железной, да как мы ездили. Около речки, да? Да, и туда потом пройти. Ну, там как раз с краю и они и есть. Чуть-чуть поднялся, полкилометра и все. Правда, давай. Место там такое. Там въезд в какую-то дачку, блин, эту огород, блин. Ну что, знаю, дачка нам не там мешает. Там место есть или... Да нам-то она не мешает. Мы, главное, чтобы там... И мы там встанем около речки и не помешаем. Главное, чтобы мы не помешали. Будем ехать, заезжать, выезжать. И черт их знает, может там вообще грузовая машина приедет с навозом или еще с чем-нибудь. А три грибочки, которые росли подряд. Кто-то забрал. Остальные выросли. Что-то он не захотел. Нет, он того объезжал. А. Там поворачивал. Вот что плохо. Ну. Вот что мне не нравится, когда. Понимаешь? Он раз ушел вправо. Да. Поворот не показал. Да. Так? А я следом за ним еду, я ж тоже не вижу. Понимаешь? Ну. И я могу в этого дядю и въехать. Угу. Понимаешь, в чем проблема? Да. Вот. Поэтому я всегда стараюсь показывать поворот сразу. Что я объезжаю, чтобы сзади идущий понимал, что я ухожу, видишь, чтобы он уже насторожился. Да. А то некоторые так и... Сколько показывали таких случаев? Да. Именно таким вот образом. Один уходит, а следующий в него, блин. Там он или остановился, у него аварийка горит, или еще что-то. А он его не видел. Да. Что из-за машины-то? Он как ехал 90, так и въехал, блин. Гонять тут смысла нет. Да, машины. Да там машины идут. За нами холодно. Ну, если он здесь притормозит. Да, но вряд ли. Не буду я его обгонять. Там несется, блин. Ага, навстречу несется. И фары даже, по-моему, не включены. Его и не видно, засранца, толком. А его такие ходовые огни, блин, их и не видать. А здесь уже сплошные, здесь уже... Тут уже да.